Привет, друзья. Начинаем опять же эксперименты, продолжаем их. Мы их не заканчиваем никогда. Вот будем садить методом чинампы. На низ земелька. Керамзит мы не добавляли, чистая земля. Дырочка. И две растишки салатика. Салат это Grand Rapids. Ему около 8 дней вроде бы. Где-то так. Стоял он в теплице. Вот запустим его, этот ставочек. Помидора, кстати, вообще ну никак себя не чувствует, не хочет. Хотя, как ни странно, там керамзит, земля, ну, пол стакана керамзита, пол стакана земли и никак. Вот посмотрим салатики. Что же будет с салатиками? Что же будет дальше? Смотрите.